28 октября в Каспийске на базе станции юных натуралистов прошла встреча с детьми из Белгородской области. Для ребят провели экскурсию и рассказали историю города. Дети ознакомились с учебной деятельностью, исследовательской деятельностью, со всей работой, которая проводится на станции юных натуралистов. Также провели мы экскурсию по учебно-опытному участку, знакомство с отделами всех объединений. Отметим, что экскурсия для детей проводится еженедельно на разные темы, а также к мероприятиям привлекаются и дошколята. Как отметили организаторы, подобные занятия необходимо проводить для подрастающего поколения, чтобы они понимали важность сохранения природы и чистоты вокруг нас. В свою очередь дети рассказали, что им больше всего запомнилось в поездке. Красота, как тут относятся к тебе люди, особенно наша школа, интернат номер 2. Мне понравилось, когда мы ездили в горы, когда мы катались на машинках, к нам представляли разные аттракционы. Было весело. Дети из Белгородской области отдыхают в Дагестане уже второй месяц и в скором времени отправятся на свою родину.